Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Нил Лапся. Сегодня мы продолжаем проходить метро 2033 на хардкорной сложности. Ага. Сейчас. Не помню, что в прошлой серии было. Короче, сегодня вторая серия. Поэтому погнали. Всем, кто будет смотреть это на ютубчике, запасайтесь чайком, кофейком, всякими вкусняшками. Вот. А мы поехали. Приятного всем аппетита и приятного просмотра. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Вот, но точно. Мне все равно было жаль моего первого напарника. Точно, да. В прошлой серии мы, получается, потеряли Бурбона. Так, все, чатик есть. Так, подождите-ка. Ага, то есть открыть я уже не могу, да? Вон наш бурбон валяется. Так, что у нас там, фонариком? Оу, надо зарядить. Так, и противогаз давай снимем. Или лучше не надо? Да не, вроде нормально. Все, отлично, поехали. Подожди, дружище. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. А вот так? Что-то я сомневаюсь в этом. А, все. Они знают, что мы здесь. Кто? Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Твою мать! Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Ты охренел, что ли, блин? Ты чуть не обосрался. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Идем же. Охренел, блин. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Да я вижу, да. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Ага, понял. Кто-то плачет. Опа. Замри и смотри вперед. Смотрю. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. В смысле? Тень? Серьезно? Что-то странно. Мы должны обойти. Странно. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Идем же. Ну, пошли. Ой, сука, стрёмно. Ага, есть силуэт. Значит, не прикасаться, да, к ним? Ну, давай. Мальчик, может, уйдешь с нашего пути? Мама! Где ты? Ух ты, ёпт. Это явно не твоя мама. Мама! Ух, опасно, опасно. Что это вообще такое интересное, типа... Как? Как до такого вообще додумались? В сторону, Артём. Ага. Силуэт поезда, я понял.
Неплохо. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Отлично. Просто супер. Идем же. Замри и смотри вперед. Люди. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Угу. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Понял. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Да подожди ты. Полез, блин. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Что это именно? Немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Угу. Мы сотворили с нашим миром страшное. Подожди секунду. Мы уничтожили не только материальную его часть. Так, тут вроде ничего нету. Невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Угу. Хорошо. Ты подожди там, погнал. А, дьявол. Крыса. Не нравится мне то, что там рычит. Ой, не нравится. Даже подходить не буду. Сосредоточься. Понял. Даже нет. Понял. Здравствуйте, как ваши дела, Максимка? Привет, Оль. Да все хорошо. Как твои? Как день прошел? Провела. Может, они уйдут, не? Не хочу я дверь открывать. О, ярче стало. Нормально. Штык ножом. Калаш. Ты уверен, что нам нужно это открывать, не? Может, другим путем пойдем? Фу, сука. День провела перед телевизором, лежа на диване и с блокнотом в ручках. Настроение какое-то хреновое. Но настроение какое-то хреновое. Ты как день провел? Да неплохо. Ладно, погнали, похрен. Дьявол. Угу. Сорян, по-другому я в него никак не выстрелил бы. Проклятие. Этот несчастный из Тургеневской
Кажется, положение... Я понял, Оль, что на... Прости, братан. Все ради благого дела. Идем же. Ну, пошли. Так, вот тут я, пожалуй, одену нахрен эти грибы нюхать. Ага, не зря. Аномалия. Хан был удивительным человеком. Не похожим на других людей. И даже не очень похожим на человека вообще. Я бы скорее назвал его магом. Только их не бывает. Спасибо, Оль. Опять сухо обслюнявило. У, сука, опасно. Ну, пошли, пошли. На всякий случай. Все, я спокоен. Ты чувствуешь? Ага. Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Замри. Стою. Это что такое? Я как-то близко стою, да? Вообще меня долбанет. Фу, спокойно. Блин, красиво, красиво. Мы называем эх, ну значит, в следующий раз не буду. Не-не-не, я спокойно там. Не будет она. Слышь, там спокойнее. О! Сейчас собачка-то. Опа, и все. Страшная вещь, да? Угу. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Угу. Все зависит Понял. От твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Угу. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Да я заметил, да. Я прям очень сильно заметил. Птичка, патроны. Неплохо. Колчан стрел. Тут луки есть, что ли, или что? Что-то я прикол, да, понять не могу. Все, можно идти. Ля, смотри. А, это грибы, все, я понял. Думал, артефакт какой-нибудь. Опа, прыгает, видишь? И не один. Все, стреляемся, я понял. Готовься. Чудовища возвращаются. Ну, давайте. Ходите по одному. Угу. Пойду за плетиком схожу. Давай, Оль. Ждем. Опа. Будь наготове. Спокойно. Угу. Я тоже так думаю. До свидания, ребята. Так нормально. Происходит. Охотник за привидениями. Ты хорош нам дышать. Дышит он там в спину. Пистюк. Так, я понял. Так, давай с дробовичком походим. Угу.
Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Ну, как скажешь, дружище, как скажешь. О, подземелье, ага. Так, сейчас, я думаю, можно заснять. Ну, поехали, чё. Артём, у тебя благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Да. Или тебе просто больше не во что верить? Кто знает. Тебе не нужно отвечать. Так, запрос передавай. Где мои щекеля? Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Нормально. Тургеневская. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. А вот интересно, куда мы путь держим? Марина, Домодедовская. Интересно. Станцию снова атакуют. Пойдем, юнош. Подожди-ка. Защитникам может понадобиться помощь. Сейчас поможем. Кстати, как звук, ребят? Сюда. Нормально слышно? Игра не перекрикивает. Полис. Очевидная атака. Полис, да. Ты удержишь, понял? Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой да станцией нет, общий. Судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Понял. Давай поможем. Останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Понял. Все? Ну, поехали. О, даже бегут. До свидания. У, сука! Ты на кого-то зуб чешешь, я. У, сука. Здравствуйте. Компания Арифлейм. Так, ладно. Получается, по прямой. Ну, побежали. Прямой. Ты кто такой? Мне сказали не трогать силуэты, я не трогаю. Опа, она? Да в смысле? И я? Давай, 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 давай. До свидания. А, блин, не то метро. Сори, я перепутал. Да, нормально.
Я говорю, я сам первый раз играю, типа. Спокойно. Так, побежали обратно. Подожди, мне надо подорвать тут. Правильно? Угу. Сейчас меня, блин, подорвут. Влево до конца, правильно? Да. Хорошо, побежали. Мать твою за ногу. Иди в сраку. Гамоной. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так. Сюда? Да. И погнали. Супер. Ой, какой классный ультразвук, а. Прям тащусь от него. Все? В смысле? Подожди. Теперь еще и в правой. Хорошо. Так, давай полностью перезарядим. Аллах бабах, ага. Именно так. Так, давай сначала добежим до конца тогда. Пойдем. Все, подожди-ка. Угу. Сюда. Да иди в страху, ну. О, господи, а. Вот дебил. Сюда. Все, отлично. У, сука, прикинь, бежит, стреляет. Как, блядь, жрет. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Окей. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А ты давай потом это. Придется идти через станцию. Подальше. Принадлежащие красным или фашистам. Пойдем. Ну давай. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. Ну хорошо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Андрей, скажи, мастер, я тут. Окей, он пусть. Тебе поможет. Угу, хорошо. Андрей, мастер от хана, да, понял. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. О, неплохо. Единственное, что... Подожди секунду. Вот и все. А, понял. Ну, я пошел. Помни, в
Все зависит от тебя и только от тебя. Да, я понял, до что... До встречи, Артём. Давай, удачи. Удачи тебе. А, и тебе не кашлять. Так. Игорь, привет, Кузь за ушко, привет, Кузь. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Трэш-хан криповый, ага. Есть такое. Муж, не надо. Ну, пожалуйста. Твою мать, а? Серьезно. Как там нормально можно было пройти тогда? Подожди. Подожди, чего? Стой, кто идет? Спокойно, спокойно. Эй, расслабься, это человек. Выключи свет. Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Спасибо, ребят. Отлично. Кусь Максимку за ушко. Ага. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Понял. Уловил, спасибо. Просто дружеский совет. Я внимание. Понял, понял. На станции проводится проверка документов. Ага. Всем пройти к месту своей прописки. Классно. Помогайте правоохранительным органам вовремя выполнять их работу. Лицом к стене! Обыск! Да хватит, отстаньте, противные! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Ха. Может, облучился? Так, а ты кто? Напарник? Нет. Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Спокойно, ребят, спокойно. Стой, стрелять буду! Я не помню, сначала Last Light, а потом 2033. Нет, сначала 2003, а потом Last Light. Бегу, 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 дружище. Максим, вы когда спать собираетесь, идти? Не знаю. Ну, явно не раньше 4 ночи. Э? А, я понял. Показал бежать. Угу. Туда! Беглец. Стой, тварь! Стою, стою. Я не верю в Бога, но в тот день за меня больше некому было вступиться, и меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер, только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Тогда плиз черных не убивай. Будет добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Сейчас скажу, как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Смотри, Игорь, я не совсем уверен, кто такие черные. Короче, в начале, когда там вроде как приехала машина, вот, и можно было, я так понимаю, не стрелять, я выстрелил. И сейчас я как бы, да, я сожалею об этом. Вот. Если ты имеешь вот такие с длинными руками и тремя или четырьмя пальцами, не помню точно,
то я не буду в них стрелять. Я уже как бы сам это понял. Опа! Здравствуйте. Ага. Ну-ка, вот это вот у нас что такое? Подожди, подожди. А, то есть посмотреть я это сейчас не могу. Обидно. Не, давай со своим останемся. Робота. Сюда можно только по пропуску. Ага, понял. Здоровые дядьки такие. Да, я понял. Я их не буду убивать. Одну из станций красной линии. Ничего, ГБ не дремлет. Парня в линии. Аптечки, Опа. От всех проблем. Так. Аптечки. Вот аптечки мне нужны. Рад, что мы договорились. Лучшее лекарство от головной боли. Хозяин. Скидки, ну, как хочешь. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Блин, ты ля какой, а? 119 патрон. Вот мне бы сейчас такой. Бабла у тебя не хватит. Ага. Ну и ладно. Даже последняя работа Калашникова. Ручная. Последняя работа Калашникова. Ручная. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Зачем тебе такой шлак? Ну и ладно. Нет, сорян. Купить, что тебе надо, но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Понял. Тебя ждать он не станет. Да, я тут и ненадолго. Ну-ка. Обмен валюты. Лучший курс. Стрелы. Вот я понять не могу, стрелы, типа, зачем? Тут вроде как нет же луков. Патрон на 4 таких, да? Ой, на 3 патрона. Ага. Шарики есть. Продать. 16 шариков за... О, нифига, у вас тут курс, конечно. 4 за 1. Ага. Хорошо. Подожди, нет. Вот это я, в принципе, могу продать. Вот так тут. 5 патрон. Точнее, монет. Угу. Давай вот так. И тут возьмем вот так. Все. Отличная сделка. Так. Отлично. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Артём, прыгай в яму. Ну чё, поехали? Стартуем. Я сказал, стартуем. Так, и... Артём, видишь там багажное отделение? Ага. Забирайся туда. Понял. Есть. Ну так что, мужики, двинули, а? Поехали. У, сука, опасно. Он точно труп, потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Угу. Понял. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Спасибо, ребят. Смотри. Метро 2033, книжка. Мне тут пацан из местных. Рвется сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок.
Прихожу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай в вагон. Внимание! Гражданским лицам воспрещается садиться на поезд без письменного разрешения комиссара. Марш, марш на фарш. Любые вот и вся воинская слава. Да у свиней на бойне смерть осмысла будет. Госслужащих, а также иными путями проникнуть на состав, считаются изменой и будут жестоко караться. Угу. Ну, я никому не изменял, так что карать меня не за что. Пропускать мы ничего не будем, мы никуда не торопимся. Подался. Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели. За это их не перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Самоубийство — грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. О, да. Их концлагеря были еще... тем адом. Ну, неплохо. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Понял. О, перестрелочка уже. Не понял. Марш, марш, вперед, рабочий народ. Это что такое было? Прибытием на флот, товарищи. Будет вами гордиться, я это знаю. Будущее метрополитена имени Владимира Ильича Ленина в ваших руках. Давай-ка я обратно пойду, попробую. Идти туда слишком опасно. Ага. Туда же. Понятно. Хорошо. Все за мной!
Вот она, моя получка. Боюсь, только надолго этого не хватит. И побрем мы нищими. Так все, хватит! Довольно болтовни! Подъем! Строится! Спокойно. Будьте наготове. К нам, кажется, гость. Класс. Я просто молчу. Понятно. Называется, потихо хотел. Вставай, проклятием заклеменный. Так нам заплатят или нет? Маркс говорил, что экономика важнее идеологии. Хватит ныть! Мы платим патронами и платим вперед. Но надеемся, что вы проявите себя сознательными бойцами и истратите патроны на врагов. Так точно, товарищ комиссар. Ищ коммунистическое учение. Учение света поможет нам найти верный путь во тьме туннелей. Лишь имя Ленина освещает этот метрополитен. Только партия спасет человечество. Под Кумачевым стягом красной линии соберутся все отверженные, все несчастные, бедняки, рабочие, бездомные. Только потихонечку. А, класс. Хорошо. Я тебя услышал. Ой, блин, перестрелку. Чё, ребятки, строить перестрелку, как думаете? Как, блядь, тупое, что за бред? Черный стелс, я понял, хорошо, ладно, давай стелс. Единственное, в чем проблема, тут ни хрена не видно. Вот серьезно. Фашистские ублюдки
натравили на нас террористов-смертников. Вот она, моя получка. Неужели кто-то за них готов подорваться? Подождем. Нет, конечно. У бедняк были руки связаны за спиной. Они просто бежали на наш блокпост, а фашистские автоматчики стреляли. Так, а эти, по-моему, шли. На блокпосту подумали, что кто-то из наших сбежал из плена. И что случилось? Да они пытались что-то кричать, но фашистские ублюдки отрезали им языки. Господи, то есть Макс. Когда наши выбежали... Убей их, ну сорян. Встретить их. Уже поздняк. Все обвешаны динамитом. Ты ж говоришь стелс. С ножа я, блин, хрен их убью. Я упал. Это хардкор, сорян. Как бы туда. Клочья разорвало. Ну и четверо смертников фашистских. Заключенные это были. Семь? Я слышал, вроде вот шесть. Этого можно. Вано прошлой ночью откинул копыта. У него все кишки были наружу. Но он боролся до последнего. Не хотел помирать. Как человек такое сделать может? Вот как? Как они узнали? Это бред. Серьезно? Просто что, блядь? А, понятно. Так, все нахрен. Я не знаю. Плюс патроны. Плюс патроны. Ох, я не знаю, короче, как это делать стелсом, серьезно. Угу. Сразу же увидели. Угу. Хорошо. Гость у вас, да, говоришь? Видишь, одного убил, и сразу же вся... Хватит орать. Пойди разведай обстановку. Да вроде нет там никого. С чего вообще... Сразу четыре тела сюда. Блин, я же хотел сегодня работу прогулять. Никого. Серьезно? Кто это там? Кто? Кто? Я в ахуе. Я просто молчу с этого. Да, сразу у нас гость. Угу. Куда? Все. Нахрен, я даже с ним разбираться не буду. В сраку. Все, до свидания. Ага. Блять. Сейчас мой фейл. Криворукий. Нахер пошел? В голову себя постреляй, идиотина. А я тут пролезу? Хрен. Окей. Туда. Нормально. Ага. Туда. Кав. Кто? Так, хочешь сказать мне вниз, да? Ну, поехали. Спокойно. Подожди. Дробовик сразу же. Перезарядочка. Калаш.
Растяжка, не увидел. Ага, еще одна. Да ты! Вот, нормально. Все. Ну, давай посмотрим. Ага. Так, а теперь вниз. И смотрим, что там внизу. Пусто. Отлично. У, сука, тяжело. Опа. А ребятки там веселятся. Я говорю, мне бы сейчас пистолетик с глушителем. Было бы самое то. Хотя бы что-нибудь с глушителем. Так, ну тут я уже могу снять. Опа, идет. А, их тут трое. Да, просто по-тихому попробую вот так тут пройти. Свет задуем. Ой, сука, стеклышки. Блять, спалили? Ну, естественно, еб... Ай, ладно, погнали. Короче, сейчас получается по-быстрому забираемся наверх. Проходим вот это вот. И все. Там уже смотрим, что... Что там и как... Причем странно, смотри. Задел, заметил меня один, а сразу уже узнали все. Типа, чё? Странно. До свидания. В принципе, можем тут всех завалить. Типа, пойти уже не по стелсу. Спокойно. А можем вот так сделать. Спокойно. Бежит. Ну, погнали. Ладно. Не хочу. Угу. Нет, в сраку это все. Убиваем всех и нахрен этот стелс. А, я уже тут, класс. Иди, разыщи эту дрянь.
Тупо смерть. Вот как? Уже узнали? Что, блядь? Что? Как стелс? Херовый стелс. Куда мне вообще нужно? Туда. Хорошо. Спокойно. Стенкам водится, сука, опасно. А, ну да, и ты меня сразу увидел. Ой, да ну нахуй, серьезно, это бред. Блять, то идет не видит нихера. Тут. А кто это, блядь, такой на стене у нас? Действительно. Да. И вот он меня сейчас, конечно же, увидит. Вот так тут, Игорь Стелс, вот так тут. Идите нахер. Просто нахер. Классно. Окей. Спокойно. Задуем. Усюка. Обратно едут. Ждем. Жесть, блин. Угу, идет. Ля-ля-ля-ля-ля. Надо было сразу двойным бить. Да, ну тут да, ладно, давай. Убивай. Хорошо, я вам помогу. Я лоханулся с тем, что да. Вот, не убил. Так, это. Ага. Это мы уже прям тут, можно сказать. Посмотреть мне в глаза, проклятый палач. Заткнись!
свидания. Вот тут они не могли спалить. Ага, вот единственное, что машина. Машинка это да. У нас раненые. Угу. Ну да, машинка спалила. Уедет? Поехала. Нет у вас гостей, ребят? Нету. Пока противогаз снимем. Из-за стелса. Рили? Ага. О, они уже палят. Они уже знают, где я, как я, блядь, с чем я. Я в ахере? Серьезно? Зачем мне с тобой драться? Едет. Хоть бери вот эту вот машину, останавливай и расстреливай их. Тупо вот тело валяется. Ну давай. Давай в атаку. Я прям готов к твоей атаке. А ты готов к дроби в лицо? Давай, давай. Хорош. Во, да, 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 и сразу же. Прям даже не выходя. Пошли просто нахуй. Мощно. Классно, четко. А главное, стелсово. Прям стелс на уровне. Вот это им что ли как-нибудь херануть. Тричество. А, так, ладно. Просто тут, видишь? Опять же, машина палит очень сильно. Вот если бы она не увидела труп, ничего бы и не было. Машину бы вырубить. А бы было бы да. Же идет. Боишься посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Заткнись ты, петушила! Это вы, красные гадины, решаете нам избавить метро от недочеловека! Но если сверхчеловек выглядит так, как ты, миру кранты. Я надеялся, мы тебе твою коммунистическую дурь прикладом из башки выбьем. Но видно, там сплошная кость. Даже пуля не почувствуешь. Зихайль! Да здравствует победа! Привет! Парни, как жизнь? Сука. Ну понеслась, блин, похрен. Приехали такие, смотрят, чё. Стрелочки. Ну поехали по стрелочкам.
проклятый палач. Заткнись ты, петушина! Это вы, красные гади, пришёлте нам избавить метро от недочеловека! Недочеловека. Но если сверхчеловек выглядит так, как ты... Мир украдут... Я надеялся, мы тебе твою коммунистическую дурь прикладом из башки выбьем. Но видно, там сплошная кость. Даже пули не почувствуешь. Зихайль! Да здравствует победа! Угу. Хорошо. Сука, вот это, по-моему, самая сложная миссия нахрен. Именно по стелсу. Спокойно. Угу. Можно вот так тут сделать. Подожди. Так, тут лестница. Но здесь только сюда. Хорошо. Куда мне вообще надо? Так. Дождем. Ага, понял. Что не совсем правильно пошел. Угу. Угу. Усюка, вот это было опасно, чуть не упал. Есть контакт. А как? Да твою-то мать, а? Ты серьезно? Есть контакт. Класс. Хорошо. Откуда начнем? Ты прикалываешься. А-а-а. Горит. Вот теперь у меня просто-напросто горит. Серьезно. Угу. Сука, на одну ошибся, понимаешь? И все заново, блин, потому что ты подняться уже не сможешь. Жесть. Угу. Да, Игорь, да. Именно так. Зихайль, да здравствует победа! Пипец. Тут меня метро прям пригорело, да. От нее. Ну а кто знал, блин, я это вообще первый раз прохожу ее. Еще и по стелсу.
Спокойно, спокойно. Все, отлично. Забраться не хотим? Спасибо. Так, стой. Поехали. О, жесть. Меня прям припекло хорошенько так. В смысле? Зажигалка не хотела залезать. Допустим. Давай потихонечку, потихонечку. Могу, в принципе, попробовать чисто. Можно и так. Сверхчеловек выглядит так, как ты. Миру кранты. Я надеялся, мы тебе твою коммунистическую дурь прикладом из башки выбьем. Но видно, там сплошная кость. Даже пули не почувствуешь. Мудаки. Да здравствует победа! Братан, когда это все закончится, я тебе покажу Зика или что такое победа. Есть у меня вариант просто перепрыгнуть на вот эту трубу. Но знаешь, в принципе, есть возможность. Вот, не знаю. Давай еще раз. Попробую перепрыгнуть. Если не получится, а хрен с ним. В сраку. Ждать эту повозку, ждать, когда он пройдет. Все. Ни о чем. Только лишнее время тратим. Опа. Здрасте. Хорошо. Я тебя услышал. Неплохо, неплохо. И хочешь сказать, мне сейчас эту всю миссию по новой проходить. Как у меня горит очаг. Поехали. Ой, слава тебе, Господи. Ты мой маленький, ты мой родной. Спасибо тебе большое. Лежать. Не смей на меня смотреть, мразь. Сказал лежать. Боишься посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Заткнись ты, петушила. Это вы, красные гадины, мешаете нам избавить метро от недочеловека. Ну, если сверхчеловек выглядит так, как ты, миру кранты. Я надеялся, мы тебе твою коммунистическую дурь прикладом из башки выбьем. Но видно, там сплошная кость. Даже пули не почувствуешь. Зикхайль! Да здравствует победа! Спокойно. Угу.
Так. Подождите. Спокойно. Ой, блядь. Какой же ты уёбок, а? Просто слов нет. Так криво! Просто это... Это жесть. Не смей на меня смотреть, мразь! Сказал лежать! Боишься посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Заткнись ты, петушила! Это вы, красные гадины, мешаете нам избавить метро от недочеловека! Ну, если сверхчеловек выглядит так, как ты... Миру кранты. Угу. Я надеялся, мы тебе твою коммунистическую дурь прикладом из башки выбьем. Но видно, там сплошная кость. Даже пули не почувствуешь. Так, давай по левой стороне. Зихайн, да здравствует победа! Я с тобой уже об этом говорил. Вот и как. Ответь мне на милость. Что мне, блядь, делать? Нахуй такой... Такой стал создавать. Никого. Крыса уверена. Угу. Лежать. Не смей меня смотреть, мразь. Сказал лежать. Боишься посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Заткнись ты, петушила. Это вы, красные гадины, мешаете нам избавить метро от недочеловека. О боже. Но если сверхчеловек... Я уже достал этот разговор. Миру кранты. Я надеялся, мы тебе твою коммунистическую дурь прикладом из башки выбьем. Но видно, там сплошная кость. Даже пули не почувствуешь. Есть, конечно, вариант вон туда вон запрыгнуть. Нет, там я не пройду. Зихайн, да здравствует победа! Хорошо. Вот смотри. Хочешь сказать, я тут не смогу перепрыгнуть? Ну-ка. Мне вон туда. В тот туннель. Серьезно? Вот. Вот. Так, ладно, давай пытаться. Держись спокойно. Спокойно. Ага. А он тут недалеко, да, отходит? Класс, класс, супер. Фонарь не палится, в курсе держу. В смысле? То есть хочешь сказать, я тут без фонаря хожу только из-за того, что... Смотри... Чего? Не понял. Подожди. Аля, видал? Метро. Метро. Это просто метро. Ну, как бы, да, тут аномалии, это все такое. Угу. Да. Я как бы ни на что не намекаю. Угу. Фонарь не палится, да? Хорошо. Дождь-ка. Да, он в тоннель. Если только... Получается, туда он куда-то нужно. Сюда вот это вот уйдет. Я магия вне стен Хогвартса. Да, я тебе про это говорю, жесть, блин. Метро такое метро. Блять, надеюсь, не разобьюсь. Ну да, да. Стелс. Держи в курсе. Угу. Стелс.
Последний раз сейчас пробую, короче, по левой стороне, поверху. Не получается, нахуй я выключаю. Прям нахрен вырубай этот стелс-режим, и все, и нахрен валю всех. Вот тут получается, да? Угу. Нет, тут не проберешься. По лестнице. Мы же забирались. А, ну да, это. Да здравствует победа! И по левой стороне, вот куда-то туда. Опять же, хер знает как. Когда перс умирает. А, звук как в Майнкрафте, когда перс умирает. Наверное. Ну, погнали. Я как бы предупреждал. Меня дважды просить не надо. Погнали, ребят. Здорово, дружище! И тебе здравствуй. Ага. Неправильно. Мне в тоннель нужно. Наверху. Не-не-не-не-не. Никакого стелса. Не хотят, не надо. Я не знаю, как там слезать. Он, блядь, просто подыхает. В сраку этот стелс. Как говорится, я предупреждал. Да ёб твою мать, ну не падай ты вниз. А, дебил. Ну убивай уже, ну. Слава тебе, господи. Минус руфер, вообще. Блять, забыл сразу коллаж взять. Это, по-моему, самая фейловая серия сейчас будет. Серьезно. Просто тупо фейл на фейле. Вот, ну и падай ты. Хер знает. Это какой-то звездец, ребята. А забираться можно? Спасибо. Фонарь не палится, ребят. Вообще никак. Фонарь не палится. Лежать. Не смей на меня смотреть, мразь. Сказал лежать. Боишься посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Но фонарь-то у нас не палится. Ну это так, в курсе. Лежать. Не смей на меня смотреть, мразь. Сказал лежать. Боишься посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Заткнись ты, петушила. Это вы, красные гадины, решаете нам избавить метро от недочеловека. Ну если сверхчеловек выглядит так, как ты... Так, снизу там лестница. Угу. Зихайн, да здравствует победа! Как-то по низу, блядь. А можно как-нибудь безопасно спуститься в этот низ? Я вот сейчас, смотри, опять спрыгну, я же сейчас дохну.
пожалуйста. Нет. Но вот тут... Сорян, как бы, да, уже. Звезду это все просто. Фу. Нахрен. Говорю, по-моему, самая тяжелая серия, блин. И миссия вообще в игре. Течка. Которые я на вас потратил только что. Ага. Я. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Я минут 30-40 конаёбился ради того, чтобы меня схватили. Сюка. Просто сюка. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно. Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Сейчас будет тебе смешно. Опа. Добро пожаловать в метро. Угу. Ну как тебе, смешно, дружище? Жизнь. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Подожди-ка. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. Твою мать! Вот! Вот что мне нужно. Медаль получишь. Слава тебе, Господи, а. Все, встретимся на черной. Ну что, пиздюкана? Стелс, говорите, да? Ну, погнали. Подожди, а у него тоже? А, хрен там был. Не-не-не-не-не. А-а. Волночку мне мою отдайте, пожалуйста. Да. Так. Спокойненько. А вот и стелс подъехал. Так. Ну-ка, фонарик включим. Сейчас по-бырому... Пробежимся тут. Опа. Здравствуйте. Компания Oriflame. Ага. Закрываем. Не закрыть. Понял. Все. Запутано. Да не, нормально. Здорово, дружок. О, патрошки. Хорошо, это хорошо, когда патрошки есть. Мне бы еще зумчик сюда.
Вообще супер. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Серьезно? Дружище, а что у тебя с глазами? Согласен, да, это дело такое. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Угу. Веди себя естественно. Понял. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Так, смотри, если они говорят естественно, значит мне нельзя ни вертеться, ничего такого не делать. Он тупо всегда смотрит вперед. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Классно. Хорошо. Вижу. До свидания. Враг слева борта. Там давай поспокойнее. Кто? Где? Ага, сзади. Класс. Не стрелять. Я не стрелял. Изначально я не стрелял до того, как они не подняли тревогу. Как бы, а когда подняли тревогу, нахуй они мне нужны? Поехали. Артём, расчисти нам дорогу. Впереди. Сзади нас, Артём. Я вижу, что сзади нас. Серьезно, опять с этого блокпоста? Сзади!
Вахере. Давай я тут сейчас не буду. А, ну понятно, да. Тут сразу же по мне стреляют. Хорошо. Да ты дебил, что ли? Класс. Пойду спать, давай, Игорь. Удачи тебе пройти. Давай, Игорь. Удачи. Спокойной ночи. Класс, а у меня перегрев. Ну да, тут смерть. Проскочили. Думаешь, проскочили? С
самая гаревная серия. Пуль, прям ужас. Все. Слава тебе, Господи. А, окей. Нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Я что думаю, давай, наверное, на этом я сегодня закончу. Прям потому, что у меня от этой гари, от этой миссии прям башка разболелась, пипец как. Вот. Так что, короче, всем спасибо, кто приходил на Twitch, кто болтал в чатике, кто смотрел. Все огромные молодцы. Вот, также спасибо всем, кто будет комментировать, ставить лайки и подписываться на ютубе. Вот. Ну а с вами был Нелапсы. Сегодня мы поиграли в Метро 2033 на сложности хард. Все, всем до скорых встреч и пока-пока.